Женщины отделю на две категории. Глотает, не глотает. Я убедился, что не глотающие сосут лучше. Конечно, это не аксиома. Просто именно об этом свидетельствует мой опыт. Боба, например, не глотает, но сосет как богиня. Когда кончаю, рот у нее наполняется спермой, а сердце молитвой. Вот это и есть подлинный минет. Дисциплина святых. Во рту сперма, в сердце молитва, в руки хуй.